Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Mercedes CLA. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Задняя арка у нас уже готова. Показываем конечный результат, что у нас получилось в итоге. Вот, максимально обработаем поверхность, наносим данный компонент стерилизатора. И также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет. А пока ждем, мы клеим штатные подкрылки. Прежде пообщаясь с автовладельцем, предложил ему проклеить таким вот шумовибропоглотителем. Мембранная шумоизоляция, толщина 7 мм, называется блок шот. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере колокольчиков. Их справа от меня голый, так же слева обработан. Сами можете услышать разницу. Да? После. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.